Всех приветствую, друзья, с вами Кван, и сегодня у нас игрушка под названием Beholder. Надеюсь, я правильно это произнес, потому что английское я знаю крайне плохо. В общем, эту игрушку я увидел у одного очень известного ютубера на канале. Она мне очень понравилась, и я хотел бы вместе с вами начать это прохождение. Посмотрим, насколько она будет забавная. Ну, кажется, блин, она очень веселая. Ну, может, даже мрачная немного. Начинаем, в общем, новую игру. Я ее, да, попробовал уже немножко поиграть, естественно. Выберите режим сложности. Элита Госпартамента, вы окунетесь в оригинальную атмосферу игры. Впереди нелегкий выбор и трудные задачи. Стажер в государственном... В государстве оттепель. Ключевые статьи расходов снижены, а доход увеличен. Нет, давайте элиту Госпартамента, естественно. Пускай будет как есть. Уважаемый Карл Штейн. Насколько я знаю, сейчас он будет сам читать это все дело. Уважаемый Карл Штейн. Рады сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса D, находящегося Карл в классе 6 Крушвице, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. Пропустить как-то можно, интересно, нет? Нет, в общем, пропустить нельзя. А, вот, что-то нажал. А, вот, пропустить через 3 секунды, 2, 1. Все, члены семьи Карла могут погибнуть, если не обращать внимания на их просьбы. Нет, следим за людьми, вот. Вышла новая директива правительства. В общем, стилизация игры вот примерно на таком уровне. Сейчас все вместе посмотрим. Это начальник. Нажмите на него, чтобы начать диалог. Хорошо. Вы, должно быть, Карл. Добрый день. От имени Министерства порядка приветствую вас на новом месте работы. Что здесь происходит? Проводим мероприятие по обработке здания от вредителей. Не обращайте внимания. Но, блин... Это как бы наши работодатели, так что давайте пока согласимся. Как скажете. Ваш предшественник не справился с простейшей работой. А если человек, будучи на ответственной должности, не справляется с элементарными заданиями, вывод может быть только один. Он сделал это умышленно, то есть стал вредителем. Теперь все, чем занимаются жильцы этого дома, ваша ответственность. И под словом «все» вы подразумеваете? Под словом «все» я подразумеваю абсолютно все. Вы будете следить за каждым их шагом, фиксировать любую подозрительную деятельность, если, конечно, хотите зарекомендовать себя хорошим служащим. И если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записаться, записывать и хобби, и увлечения, и просто разговоры. Как я буду это делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом помогут камеры наблюдения, но давайте по порядку. Карл, у вас есть опыт управления домом? Нужна ли вам моя помощь? Опыта управления у меня нет, но помощь мне тоже не нужна, так что давайте откажемся. Мне не нужна помощь. Вот ваш рабочий журнал, он будет находиться справа. Хорошо, вернемся к наблюдению. Установите в доме камеры. Это существенно облегчит вам работу. Судя по документам, вашему предшественнику было выдано 2 камеры. Найдите их в вашем кабинете, он справа от жилой комнаты. Так, пока у нас увеличивать возможности нет. У нас первые тестовые задачи, у нас рабочий кабинет где-то здесь, да? Обыскиваем наш стол, там должны быть камеры. Обыск проходит достаточно быстро, 2 камеры, забираем все. Так, и бежим доложить. Кстати, он быстро бегать умеет. Отлично, вы нашли камеры, их нужно установить в общей столовой, следуйте за мной. Ну давай, погнали. Он умеет быстро бегать, вот так, оп. Видите, он вообще четкий мужик. Толстенький такой, прикольный. Так, камеры, камеры. Вот, камеры здесь устанавливаются. Устанавливаем мы их сами, и очень быстро тоже все это дело происходит. Естественно, так как это в игре.
Ну давай быстрее, мужик. Так, как его зовут-то у нас? Штейн. Фамилию помню, имя не помню. Карл Штейн, по-моему. Так, установили камеры, хорошо. Вижу, что пока вы неплохо справляете. Вот ваша первая награда. Итак, у нас есть очки авторитета и баксы. $300. Хорошо. Здесь вы можете покупать необходимые предметы в магазине. За очки авторитета камеры для наблюдения за жильцами в доме. За очки авторитета можем покупать камеры. Хорошо. Очки авторитета — это ваша репутация. Их платят за выполнение заданий. Вы можете использовать их в различных целях, например, для убеждения окружающих. К сожалению, меня ждут дела в министерстве. Однако вы можете в любой момент позвонить мне с своего рабочего места по выделенному телефону, чтобы задать любой вопрос. Кстати, я настоятельно рекомендую вам, Карл, игнорировать звонки на этот телефон. Помните, что мы с вами в первую очередь служим нашему великому народу, и выполнение директив и указаний от министерства – это ваш хлеб, вода и воздух. Теперь перейдем к главному. В доме проживает несколько человек, которые находятся в зоне риска. Ваш предшественник не смог навести в доме порядок. Надеюсь, вы окажетесь благоразумнее. Как я могу это сделать? Во-первых, внимательно наблюдайте за жильцами. Как только соберете доказательства правонарушения, пишите рапорт. А об остальном позаботятся наши стражи правопорядка. И скажу вам по секрету, наше великое государство может быть очень благодарным к тем, кто хорошо выполняет свою работу. А потому министерство может закрыть глаза на подлог, улики или на шантаж в случае, если это поможет вам достичь результатов. Сделаю все возможное. Не нравится ваше рвение? Не медлите со звонком в наше ведомство. Вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора. И последнее. Ключ, который я вам дал, подходит ко всем дверям в этом доме. Ух ты. Только убедитесь в том, что жильцы вышли из квартиры, прежде чем в нее входить. Многие наши граждане все еще пребывают в уверенности, что честная жизнь – это их личное дело. А, частная жизнь. Пусть пока так и будет. Приступайте к работе. Итак, у нас мужичок уходит. Так, какое у нас задание? Вступление в должность. Необходимые действия – позвонить в министерство. Хорошо, давайте позвоним. Это у нас семья. Давайте я с семьей познакомлю. Анна Штейн. Так, меня зовут... Так, меня как зовут-то? Меня, по-моему, Карл Штейн зовут, да? Так, подвал. Ладно. По-моему, Карл. Это моя дочь. Как тебя зовут? Марта Штейн. И сын где-то должен быть. Но сына я пока не вижу. Наверное, гулять пошел. Да и фиг с ним. Так, побежали. Нам нужно позвонить по телефону, доложить. Министерство порядка. Ваш звонок принят. Здравствуйте, Карл. Вы ознакомились с основными должностными инструкциями? Готовы получить задание? Готов. Установите наблюдение за жильцом из квартиры номер 2. Там проживает Яков Манишек. Хер его знает. Необходимые камеры вы сможете купить в государственном магазине. Соблюдайте осторожность. Заходите в квартиры к жильцам, когда их нет дома. Хорошо. Так, задание мы получили. Сможем ли... Вот у нас магазинчик. Сможем ли мы камеру купить? У нас есть 100 очков. Престижа, вернее авторитета. Так, две камеры купили. Хорошо. Вот наши задания дают нам 48 часов на произвести обыск, установить камеру в квартиру номер 2 и собрать информацию про Манишека. Хорошо, вот, все. Это наше общежитие. Здесь три этажа, несколько квартир. Первая, вторая, четвертая, пятая, шестая. И здесь в подвальном помещении живем мы. Здесь также есть общая столовая, где уже камера установлена. Хорошо. Идем в камеру номер 2 и смотрим сначала в глазок. Есть ли кто в доме? Так, кровать. В доме никого нет, поэтому мы можем проникнуть. Опа, это у нас кто? Марк Раник. Ну, пока ты нам не нужен, так что давай пока закончим разговор. Надо, чтобы ты ушел. Ну, давай, уходи. Марк Раник. Наша основная цель сейчас квартира номер 2. Давайте зайдем туда, пока никто не видит. Патрих. А, вот мой сын, кстати. Он откуда-то идет. Забегай сюда. Ой, надеюсь, меня не заметят. Да, все нормально, хорошо. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь? Поставить камеру. Так, кто это у нас? В общем, надо следить за Манишеком, чтобы он не приближался к камере. Так, забрали, хорошо. Давайте обыщем телевизор, тумбочку. Так, здесь ничего, пусто. Хорошо. Стул, хотя в стуле вряд ли что-то может быть. Так, здесь... Так, что за звон? Что это такое?
Кстати, здесь можно ускорять время. Колода карты кости. Играет в азартные игры. Надо зафиксировать это дело. Так, это у нас кто? Не успел заметить, но, по-моему, это не тот. Не наш. По-моему, это был не наш чувак. Опа, разбитая бутылка. При должной сноровке эта разбитая бутылка превратится в опасное оружие. Чтобы зафиксировать нарушение, вот нажимаем на вот эту красную надпись. Все, зафиксировали. Дальше. Продолжаем искать. Вроде пока все ровно. И место для установки камеры здесь только одно, поэтому вторая у нас пока камера остается. Манишек, манишек, бежим, 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 пожалуйста. Успели. А давайте с ним попробуем поговорить. Яков, надеюсь, он меня не спалил. Так. Познакомиться. Ты кто такой? Разрешите представиться, я Карл, новый управляющий этим домом. А что, выиграл конкурс, кому есть дело до очередного тупого управляющего? Это, походу, и есть тот старый управляющий. Плевал я с высокой колокольни на тебя и твои дела. Ладно, не хочет он со мной болтать. Что ты все ходишь, вынюхиваешь, заняться нечем. Присматриваешь за дом, моя работа. За собой лучше смотри, как бы чего не вышло с твоей семейкой. Да в смысле? Ты что, угрожаешь мне, что ли, мужик? Хорошо. В общем, мы поставили камеру. В чем наша дальнейшая задача? А, позвонить в министерство и отчитаться о выполнении. То есть мы уже задание выполнили, по сути, да? Ладно, бежим в свой кабинет. Здесь что-то не нравится кому-то что-то, да? Ладно, давайте сначала позвоним. Так, набрать номер. Отчитаться о задании. Поздравляем, вы успешно выполнили ваше первое задание. На ваш счет пришла премия в размере $500 и 50 очков авторитета. По полученной информации, Яков Минишек нарушил директивы правительства. Проследите за ним, используется камера видеонаблюдения. Когда жилец делает что-то запрещенное в зоне действия камеры, иконка действия становится цветной. Нажмите на иконку, чтобы собрать улики в досье. Приложите собранные улики к рапорту. Хорошо. Деньги получили. Престиж получили. Марк Раник нас пока не интересует, поэтому двигаемся сюда. Это у меня женушка, да? Или кто это у нас? Да, это Яна. Шиммер. Здравствуйте. Знакомимся. Я Карл, новый управляющий. Мое имя Клаус Шиммер. Вы будете управлять домом, который раньше принадлежал моей семье? В смысле? Один управляющий уже превратил его в развалюху. Надеюсь, вы исправите это. Я постараюсь. Так, давайте спросим про дом. Этот дом принадлежал вам? Да, это все верно. Когда-то он принадлежал моей семье. Я хотел организовать в нем пансионат для одаренных детей, но его превратили в общежитие. Все не так странно. Страшно. Вы не видели жилые блоки уровня D? Что это такое? Вы правы, ваше положение не самое бедственное. Мы хотя бы на свободе. А на свободе можно играть в шахматы, кстати. Это нарушение. Зафиксировали. Чё он мне говорит? Непонятно. Вот, приходит сюда директор. Да успокойся. Сейчас, что-то он слишком громкий. Короче, он мне мешает. Надо посмотреть директивы. А вот 1 сентября 1984 года все яблоки подлежат немедленному уничтожению. Да что? Запрещено производить наркотики. Дальше. Запрещено производство агитационных плакатов. Запрещено укрывать преступников. Но это понятно. Ладно, короче, идем отсюда. О, ящик с восклицательным знаком. Там что-то для нас, видимо. Давайте перед тем, как проверим. Сын главы профсоюза шахтеров был найден в бессознательном состоянии. Злоумышленники накачали его наркотиками. Сейчас он находится в больнице на лечение и реабилитации. А Министерство порядка призывает граждан соблюдать бдительность и пресекать любые попытки изготовления и распространения наркотиков. Иначе подобное может случиться с вашими детьми. Хорошо. В общем, правительство запрещает изготавливать наркотики. И мы теперь следим за нашим манишеком. Так, он пошел кушать, я так понимаю, да? В столовую. А если он пошел кушать, значит, мы сможем обыскать его кровать. Да, все, он уходит. Я просто стою, не переживай. Он палит на меня, представляете? Так, он уже в столовой. Да, он в столовой. Пока он в столовой, будем пробираться в его квартирку. Блин.
Шиммер. Надеюсь, ты меня не заметил. Так, что мы не успели обыскать? Шкаф. Главный... Так, это что? Это сын. Так, газета. Воровать не будем пока. Может, потом это нам понадобится, но пока нет. Так, так, так. Все, здесь все четко. Все, валим отсюда. Из этой квартиры, кажется, он уже идет домой. Так, нам надо его спалить, собрать улики и написать рапорт. 41 час остался. Давайте посмотрим, понаблюдаем за его поведением в доме, что он будет делать. У нас все-таки висит камера. Возможно, мы сейчас что-то обнаружим. Опа-на! Офигеть, он наркотики производит. Улики собрали, теперь нужно написать о нем рапорт. Так, рапорт, если я правильно понимаю, наверное, где-то пишется в своем кабинете. Так, бежим в кабинет, вот наш стол. А, кстати, здесь мониторы и все просматривается. Так, наверное, вот это. Так, составить рапорт, составить характеристику и шантажное письмо. Давайте составим рапорт. Так, на гражданина Яков Манишек, проживающий в квартире номер 2. Так, нарушил директиву. Какую директиву нарушил, я не совсем помню. Запрещено производство наркотиков, директива номер 6039. Хорошо. И от 1984 года, 1 сентября 1984. Правильно же? Так, вроде все верно, ничего не напутали. Так, что, а как отправить? Так, переместить... А, материалы еще собранные надо переместить. А где у меня материалы хранятся? Так, подождите. А, кажется... Так, квартира номер... Да, вот, отсюда, с квартиры. Помещаем сюда материалы, отправляем. Рапорт составили. Опа-на! Все, пришли за ним, короче. Надо посмотреть на это дело. Посмотрим, что они будут делать с ним. Выбивают с ноги двери, нормально. Так, давайте... А, в смысле, пались? Мы и так все видим. Я хотел просто в глазок посмотреть сначала. Отфигачили нашего манишека по полной. Нормально. Все, короче, его, походу, выселяют из этой квартиры и вообще из этого дома. И придется, скорее всего, нам заселить сюда нового жильца. Так, здесь все кушают. Естественно, наверняка жильцы недовольны. О, а здесь, походу, ремонт еще надо сделать. Это что такое? Наверное, они еще не приспособлены для жилья, нужно будет отремонтировать. А я могу поговорить? Нет, разговаривать не могу. Со слугами народа разговор тоже не состоялся. Хорошо. Так, рапорт мы написали, у нас почему-то задание еще не... Опа, все, получена новая корреспонденция. Да. Отремонтируйте квартиру номер 2 и заселите квартиру номер 2. А как ремонтировать? Секунду. Так. Так, 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 что делать надо? А, вот. Квартира номер 2. Ремонт, $500. У нас денег хватает. Хорошо, ремонтируем. Заселите квартиру номер 2. Заселить. Итак, Алоизий Шпак. Доктор, возраст 47 лет. Известный кардиохирург, ищет жилье на длительный срок. Благопристойность гарантируется. Джонс Попанедо. Боцман на угольной барже, возраст 40. Сниму каюту на пару недель. Нет, нас на долгое проживание интересует больше. Давайте нашему кардиохирургу сдадим эту квартиру. Все, хорошо. Позвонить в министерство. Давайте сначала посмотрим, что здесь нам пришло. Наверное, новая директива уже. Так, мертвые слова. Министерство порядка отмечает нарастающее увлечение философской литературой. В том числе набирает популярность труды Пола Уильямса, умершего век назад. В его книгах описываются идеи, давно устаревшие и доказывающие свою нежизнеспособность. Да ешкин кот. Что это такое? Но, тем не менее, до сих пор влияющие на умы людей. Существование общества без правительства, главенство личной свободы выбора человека, министерство настаивает на полном уничтожении опасных идей Пола Уильямса.
Хорошо, мы поняли. Нам теперь нужно позвонить в министерство, отчитаться перед ними, так как мы работаем на них. Так, набираем номер, отчитаемся, отчитываемся о задании. Поздравляем, вы успешно выполнили свое сложное задание. На ваш счет пришла премия. 1000 долларов и 250 очков авторитета. Ох ты, еще пришло. Круто, думаю, уже что-то богатыми стали. Напоминаем, если вы не ответите на телефонный звонок из министерства, вам будет выписан штраф. Вы обязаны всегда находиться в доме и брать трубку. Надеюсь, я услышал. А что это такое? Даже если вот это все, короче, какими-то другими цветами и размыто. Что это такое, интересно? Даже если вы при смерти, вам все понятно? Да. Итак, вы избавились от нарушителя. Теперь вам нужно попросить жильцов дома о гражданине Шиммере. Так, что-то знакомая личность. Нужно установить, как к нему относятся окружающие. После допроса напишите на него характеристику. Приступайте к выполнению. Итак, у нас появились два новых задания. Доверие и забота, и тайное станет явным. И эти задания мы, ребята, будем уже выполнять в следующей серии, так как сохранение здесь идет после выполнения задания, а новые задания я еще не знаю, сколько буду выполнять, потому что время уже достаточно много снимаем, больше 20 минут. Так что, ребят, увидимся в следующем ролике. Если эта игра вам понравилась, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся уже в следующем ролике. С вами был Квант. Всем пока!